Привет, я Фрости Темплар, и это пиздец. Истинный финал, по крайней мере, я на это надеюсь, по крайней мере, я на это рассчитываю. Надеюсь, что получится у нас всех членов профсоюза перевести на свою сторону. Потому что нам дадут, наверное, корону, нам дадут какие-то почести воздвигнуть, там эпос в нашу честь напишут, еще что-нибудь, статую поставят. Надеюсь, что статую не без хуя. Ну да ладно, давайте посмотрим. Кстати, в прошлой серии я так посмотрел. Мы вот эти вот контрактики-то все сделали. Как мы так ачивку-то прое? Вот это вот было, и это вот было, и это вот было. Ачивки получены. Соответственно, почему квест бюрократа не выполняется, я не знаю. Как бы это не было багом каким-то. По крайней мере, на это надеюсь. Так, да, и не смотрел предыдущую серию, ссылочка на плейлист в описании под видео. Ты знаешь, что делать. Посмотри, поставь лайк, прокомментируй, сделай репост. Расскажи обо мне своим друзьям. В общем, ты понял, да? Молодец. Давайте поговорим с рыцарем. Ты закрыл уже столько порталов, но работы не убавилось, ты же заметил. Мне кажется, портал открывает не кто-то, а что-то. Надо подумать. У нас остался квест рыцаря. Квест бюрократа, квест вот этого чувака, странника, или как там его, квест механика. Кстати, да, давайте, нам надо на арену войны скататься. Не знаю, получится у нас сегодня... Ты чё такое? Смотри, он тацикл. Чего, я тренируюсь. Меня зовут Таран, и я всегда в первых рядах. Новенький я, поэтому раньше меня не видел. Да, хватит разговаривать, твой рот только для жевания. Смотри, этот механик мотоцикл сделал, смотри, там ракеты, там пушки, там мечи, да еще что-то. Ну-ка. Значит, боец двигается быстрее, бьет сильнее, а устает гораздо меньше. Да, все нужные кнопки встроены прямо в руль. Все детали легко заменяем, оружие можно ставить то, которое предпочитает водитель. Сделаешь еще таких? Только если работа с оружием и изобретением будет больше, чем работа с починкой байков. О, таких задач для тебя у нас хоть отбавляй. А тогда по рукам. Жнец, дружище, ты привел там самого изобретательного кузнеца, которого я встречал. О, мастер на все руки, квест, механика выполнен. Замечательно, прекрасно. Давайте теперь сюда. Корабль судьба, тут коты хоба делают. Я это просто плачу над уточкой. У меня тоже такой есть котик, кстати, он где-то сидит. А это агент Пи. Так, в следующий раз сжимай бананы покрепче, хорошо? Я чувствую какие-то комки в моем напитке. Это что, кожура? Ты что, дебил, не почистил кожуру? Ладно, что с тебя взять, спасивочки. Что за карта? Пиковый туз. Нет. Да как, блядь, так-то, сука? Из 300 попыток должен был попасться пиковый туз. Его не было в колоде, идиот. И наебатель. Он тебя наед, ты понимаешь? Он тебя наябывает каждый раз. Ты чё? Ты ведешься на его провокации? Не ведись. Чего? Что? Это какая-то шутка, да? Я тебя сейчас... Не кипятись. Ты прошел испытание. Что? Но как? Суть была не в угадайке, а в том, что ты попросил помощи у друга. Ты никогда не делал этого раньше, не просил тебе помочь. Еще я очень хотел посмотреть, как ты бесишься. Мордок скелетная. Ах, ты же чувствуешь себя обманутым и в ярости. Это пройдет. Добро пожаловать на борт, бандит. Походка краба, блядь. Кстати, да, я что-то сделал с камерой, не знаю, надеюсь, что будет нормально. Я там поартыкался в настройках, она теперь какая-то... Мне, по крайней мере, кажется, что у нее есть какой-то эффект рыбьего глаза. Надеюсь, что это не так. Надеюсь, что я ничего не сломал. Но если что-то будет с моей мордочкой не так, то напиши об этом в комментариях. Ну давай, долбанный краб. Я планирую сжечь этот корабль, когда судьба не будет этого ожидать. Ну это ж судьба. Ну ты чё, как ты сожжёшь-то? Он-то знает всё, он даже знает то, что ты сейчас вот так вот в позе крабика ко мне подошел и это сказал. Ну не, тупо это, тупой план дерьмо, я брезгаю, в этом участвовать не собираюсь. Нет, корабль хорош, и судьба, знаешь, крутой чел. Но это испытание. Серьезно, испытание дружбы? Я что, похож на ебаного розового пони? Не похож. Ты когда-нибудь видел, чтобы я ел овес? Или срал радугой? Точно сожгу. А чё, квест это выполнен, нет? У меня теперь две работы. Одна не настоящая, но где мне платят, и одна настоящая, где мне не платят. Как я тебя понимаю? Как я тебя понимаю, дружище? С другой стороны, мне не обязательно быть тут, чтобы мне платили. Спасибо тебе, бро.
Бро. Время приключений. Приключение на 20 минут завершено. Прекрасно. А что теперь? Давайте посмотрим по достижениям. Не знаю, видно вам, не видно, показывает экран, с ним не показывает. А у нас остался и выполнить кейс и пиджак, связанный с бюрократом. И выполнить основателя Ордена Доблестных и Честных. Поэтому давайте, наверное, начнем какой-нибудь день. Пусть будут крупье. Попробуем закрывать порталы, да? Наверное, это нам надо закрыть еще несколько порталов. Верно же, да? Чё-то мне кажется, то, что надо до 10 уровня добить порталы, и только тогда мы станем сооснователями этого ордена. Ладно, давайте отправлять в рай. Без всяких контрактов, без всяких сложностей, без всяких вот этого вот поеботы. Просто вот сидим, спокойно отправляем всех в рай, в ад, в чистилище. Сразу вниз, нехрен тут закрывать мои порталы. Вот так вот быстро, оперативно, прям оп-оп-оп-оп-оп-оп, почикали и готово. Так, крупье все меняет, да? Крупье у нас гад ползучий, он все меняет, сучий гад. Давайте его отправим в ад, ибо нефиг тут сидеть, нефиг мне колдовать тут. А почему? А, паладин увеличивает все хорошее, да, я забыл. Мой косяк, и я забыл. Но сам-то паладин едет в ад, поэтому туда ей и дорога. Нефиг тут сидеть. Да, блядь, чистилище. Ладно. Просто уже спешу. Просто хочу уже пройти. Даже не хочу париться. Хотя, наверное, надо было все-таки взять контрактик. Знаешь, вдруг все-таки квест бюрократа основан на контрактах. Что вероятнее всего, да? Если напишите в комментариях, как мне добить, потому что что-то мне кажется, все-таки эта серия не финальная. У нас уже был финал, мы уже прошли. Мы просто добиваем то, что не добили. Где порталы-то? Дети, вперед в портал, назад в портал. Где ебаные-бобаные порталы? Где? Нет порталов, нема. То их дохуя на карте, то их нихера на карте. Чё за безобразие такое вообще? Так. Так. А, ну Бэтмена. Там смотри, там у чувака, по-моему, вообще просто резко отправляется в ад, даже без вопросов. Это тоже... Из-за 4 пиц он отправляется в ад, ты прикинь? Где порталы? Понятно. Ни одного портала не было за игру. Это все, это пошел дрочь порталов. Но мне не нравится, не. Не-не-не-не-не. Так, а последняя ошибка осталась, кстати. Но мы все сделали. Чё-то мне это не нравится, слушай. Вообще не нравится. Бюрократ молчит, гад такой. Ну давайте возьмем по одному из контрактов еще раз. Начнем с этого, с первого, со второго. Почему со второго? Потому что мне нравится второй контракт. Мне первый не нравится. Там он там увеличивает до 45 людей этот. Цели распределения, поэтому... Ай, блядь, паладин же, да, забыл про паладина. Ты прикинь, забыл про паладина, еб твою мать. Забыл про паладина. Хорошо, что этот юрист-адвокат появился именно сейчас, а не потом. Так, у адвоката плохого нет. Он едет в чистилище, кстати. Главное не ошибиться. Потому что он начнет: протестую, ваша честь, это неверно, ваша честь. Да иди ты в жопу, адвокат, тебя никто не спрашивал. Отправляю кого хочу, куда хочу. Буду ошибаться, замечательно. Не буду ошибаться, похер вообще. Да вообще тоже все прекрасно. Дайте мне больше порталов. Нужно больше порталов, богу порталов, мать вашу. Как назло, я тебе говорю, за сегодня не будет ни одного ебаного, бобаного портала. Ни одного не будет. Нет, не будет.
Готов поспорить на что-нибудь. На что-нибудь готов поспорить. Так, клоун в ад. Даже спрашивать не будем за что. Просто в ад. Камивое жордет в сраку. Это сюда. Это рай. У нас чистилище есть. О, портал! Портал! Ты смотри, кладоискатель уровень 3. Не спешим, не ошибаемся, смотрим внимательно. Просто смотрим внимательно. Чистилище. В ад. В ад. Чистилище. Ад. Это ад. Хер бы с ним. Ладно, не страшно, не беда. Поехал в ад. Еще двоих. Еще двоих. В ад. Тоже в ад. Вот. Так. Портал закрыли. Надо сейчас посмотреть. Засчитался ли нам квест вот этот вот. Ну, я думаю, мы сейчас поговорим с этим странствующим рыцарем. Может быть, мы закончили. Может быть, нихуя не закончили. Нет, прикинь. У нас есть четвертый уровень. Может быть, нам четвертых уровней помучить. Ну, знаешь, вот выбрать, типа, следующая катастрофа древние. Давай добьем до пятого уровня. Так, этот квест мы сделали. Давай возьмем вот этот вот. Купим сердца, уберем джинов, возьмем нейтралов. Денег у нас навалом. Я говорю, ты хоть обкупись голубыми сердцами. Нам до конца дней хватит. Кому нет пути в чистилище, это мы все знаем. Кому нет пути в рай? Кому нет пути в чистилище? Кого отправить в рай? Бюрократов и отправим. Кому нет пути в ад? Все прекрасно. Так, от бюрократов избавляемся. Кого отправить в рай? Ангелочка. Милого цветочка. Этого. Осьминожку. Не придумал ничего милого. Так, в ад. Поехал нахуй отсюда. Где портал? Нужен вперед портал, назад портал. Обратно портал и обратно портал. Почему, кстати, вот всякие бойцы из Матрицы появляются? Это же тоже считается оружием. У них же кулаки. Это смертельное оружие. Или появлялся Чак Норрис. У него тоже кулак как смертельное оружие. Это должно считаться за плохое, наверное. Почему у ведьмы нет ничего плохого? Она же ведьма. Она типа ничего не совершила, ничего не сотворила. Почему? Неправильно это все. Порталы где? Где порталы? Вперед порталы, назад порталы. Где, блять, порталы? Ну, понятно. Как у него там 6 хорошего-то? Я что-то увидел. Я в человеке вижу только плохое, поэтому отправляет туда, куда хочу. Понимаешь? Ты понимаешь? Я не могу видеть в человеке хорошее, когда он попадает на распределение. Нету таких хороших людей. Нет. Этого оружия... Это чистилище. Наушники запутались. Так, это рай. Это ад. Порталов нет. Нет порталов. Вопрос, почему? Где? Где нам найти хоть еще один блядский портал? Один. Нужен один. Ты понимаешь? Один. Один-одинешенек. Где? Уже 29 из 30, мы уже опять снова сделали день. День-пердень, вот этот мы сделали, да. А портала нет, портала не было. Все, пошел дрочь. Дрочь порталов. Нам осталось... Почему бюрократ не делается? Что с тобой, блядь, не так? Почему он не делается? Напишите мне в комментариях, почему у него нет квеста. Нет у него квеста. Я уже беру его контракт, эти долбанные, жалкие, противные. Следующая катастрофа древний. Все.
Берем сердце. Избавляемся, вот, пусть будут эти чувачки, там, будут себя бить булавой, будут появляться эффекты, будем их отправлять, ладно. А, давай посчитаем. Рай. Рай. Я не уверен, что рай скорее ад. Рай. Ад. Чистилище. Ладно, разберемся. Похер. Похер, пляшем, разберемся. Просто запомнил, что там чистилище, да? Понятно. Всех в чистилище. Сегодня чистильный день. Этого в ад, кстати, по-моему, да? Это непонятно. Тут вот, кстати, чистилище. У него два этих, это у него книга, она считается за двоих. Это у нас что? Это у нас ад. Просто почистим октокапитанов, и будет просто. Будет достаточно просто пройти. Это ад, это чистилище. Блять, у него же там сундук. Я забыл про сундук, прикинь. Прикинь, забыл про сундук. Отправили. Отправили. Нехрен здесь играть. Отправили. Чистилище, да? Правильно. Клоун в ад. Чистилище. Рай. Ты мне здесь, милочек, ангелочек, не мешай. А, ад. Портал. Портальная пушка открылась. Так, рай. Окей. Да чё ж вы все в рай-то летите? Вас кто звал в рай? Вам в раю не рады. Смотри, они все летят в рай. Просто все летят в рай. Я и хочу в ад отправить, а они все летят в рай. Еще я ошибаюсь, что пиздец. Хоть этот в ад едет, кстати. Ты какая деревянная нежить. Только в рай и стремится. Ты прикинь? Чисто хочет в рай. Говорит, не хочу в ад, не хочу в чистилище. Хочу в чистилище. Ну, хоть кто-то один захотел в чистилище. Хер бы с ними. Так, теперь внимательно. У нас одна ошибка осталась. Поэтому аккуратно. Аккуратно делаем 5 человек. Прям вот... Аккуратно. Прям вот смотрим внимательно. Чтобы как бы ни то, кого-нибудь не того отправить. Последний, давай. Клоун, замечательно. Прекрасно, еще один день. Может быть, сейчас с нами рыцарь соизволит поговорить и бюрократ... О! Друг, я все понял. Я думаю, что портал, из которых лезет нежить, это суть их неупокоенности. Как всадники апокалипсиса... Как всадники апокалипсиса. Смерть, война, чума, голод. Все они суть их имен, хотя мы можем их потрогать, но лучше не стоит. Пока существует всадник, война, в мире будет война. Или наоборот, и я не знаю. Так и порталы. Пока есть обеспокоенная прошлой жизнью нежить, будут и порталы. Это вечная битва. Битва добра и зла. Нас с тобой и нежити. Орден против вечного противника. Как это монументально. Ты мне квест засчитай. Давайте древний уровень 5. Будем добивать... О, бюрократ. Какое удивительное совпадение, жнец. Мы закончили наши дела одновременно. Вот решение, смотри, я его кладу в конверт. Запечатываю. Так, держи, лично в руки смерти. Хорошо. Квест бюрократа сейчас будет выполнен. Я тебе говорю, да-да. Кто такой? Я мастер маскировки. Меня невозможно обнаружить. Но я тебя обнаружил. Я хочу вот этот. Тебе не положено этот. Твой статус не позволяет. Возьмем тебе деревянный, обычный, дешевый, со скидкой, понял? Но я хочу этот. Шо? Понял, деревянный. Придумали правила какие-то. Давно ты стал почтальоном, жнец? Я посмотрю, как дочитаю главу. Тут как раз про то, что мир плоский. Дебилы. Что?
Да-да, понимаю, ты принес что-то важное. Но чуть позже, иди, иди. А, смерть читать не хочет. Бюрократ, смерть читать не хочет. Ну, давай возьмем тоже контракт какой-нибудь его. А, так, сердца. Крупье. Давайте еще пару дней, время еще есть. Может быть, сможем закрыть еще несколько порталов, чтобы этот козел нам засчитал долбанный квест. Ёшки ты его матрешки, да? А, чернокнижник появился. Чернокнижник появился, чернокнижнику съебаться бы куда-нибудь. В ад, например. Спасибо. Не надо вот этих вот чернокнижников. А какого хера два короля ада здесь? Раздвоились. Так, чистилище. Тюремщик. Чистилище, что ли? Серьезно, что ли? Он мне чувака закрыл. Он мне просто закрыл чувака и сидит наглеет. Еще хочет, чтобы я его отправил в чистилище. В ад и таких людей надо отправить. В ад этих тюремщиков. Тот, кто не дает тебе свободу воли, того надо запирать и отправлять в ад самого. Понимаешь? Карма, сучка. Так, Минотавр, ладно. А чё всё меняется-то? Чё-то меняется всё. Почему меняется-то опять всё? Иди нахуй отсюда, в ад. Страдальцы эти... О, портал. Портал, пятый уровень, ух! Сразу ад. Давай, 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 давай. Ад, 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 ад. Хорош. Так, в ад. Так, чистилище. В рай. В рай. Это адские, адские псы, адские рабы. Это непонятно. Давай, 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 ад нужен, срочно нужен ад. Давай, 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 давай. Да какой, блядь, рай? Ад нужен, быстрей. Еб твою мать, смотри, стоят трое, я их никуда отправить не могу, прикинь. Конец, да еще один ад нужен, давай, 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 давай. Все, успех. Ух. Хорошо. Сейчас будет чисто один ад, да? Нет. Все, победа, победа, опять вместо обеда. Отлично поработали. Профсоюз. Рыцарь все еще не хочет с нами разговаривать. Наверное, нужен еще один уровень. Мне почему-то такое чувство, что надо до 10 уровня его добивать. Этот со мной разговаривать не хочет. Возьмем тоже его какой-нибудь квест, ладно. Может, смерть там дочитала главу-то уже? Ну, день прошел, как-никак. Мне пора идти, скоро должны доставить мой новый гроб. Не думаю, граф, что вы можете себе это позволить. А почему это? В контракте об этом сказано прямо. А где? Не вижу. Там мелким почерком, посмотри, они любят вот эту вот хуйню писать, ага. Ну вот, мелким шрифтом посмотри. Где? А со стока... Со стократным увеличением посмотри, блядь. Бессмертный обязуется до конца своих дней покупать гробы только у поставщика своего бессмертия. Бюрократы сраные! По правде сказать, бюрократ-то только один. Продуктивной вам ночи, сэр. Что же, какая разница, где покупать гроб, верно? Да-да, тем более у смерти хорошо. Эй, бюрократ, а это было вообще законно? Да, вполне, я научился этому трюку у демонов. Женец, я в курсе твоих заслуг. Твоя помощь была очень кстати. У меня здесь есть еще дела, жнец. Встретимся в профсоюзе. Господин Смерть, я думаю, что самое время принимать клиентов. У меня еще 2 дня выходных. Ладно, хер с ним. Давай открываться. Так. А ты неплохо справляешься с испытаниями, что тебе выпали. Не думал, что распределитель так хороший в других делах. Я разносторонняя личность, между прочим, да? Я такой. Надеюсь, что мы еще поработаем над чем-нибудь вместе. Например, ты можешь выполнить еще 100 контрактов. Иди ты нахуй. Не буду. Кейси Пиджак выполнено. Прекрасно. Давайте закрывать порталы. Давайте еще 2 дня закроем эти долбанные порталы. Вряд ли мы сегодня успеем закрыть 4 портала до 10 уровня.
Но вдруг повезет. Я просто увидел чернокнижник, сразу на автомате его отправил в ад. Почему нет, да? Это же логично. Сразу видишь чернокнижника, сразу отправляешь его в ад, да? Почему? Потому что. Потому что так и должно быть. Чернокнижники, блядь, отправляются в рай. А чё у меня так чертей уже много-то, э? А я не заметил чертей, прикинь? Не заметил чертей. Так, это не слетело. Следующая катастрофа древняя, хорошо. Не заметил я чертей. А они тут как тут? Тут как тут, и давай колдовать. Начертили мне чертят. Так, кого отправить в чистилище? Это ад. Раз, два, три. Это ад. Сейчас, знаете что, давайте похер, ошибаемся, не ошибаемся. А, тут судья еще, этот адвокат, прокурор ссаный. Не, я не буду этот контракт брать. Я не могу же не брать контракт. Я же контракт брать не должен. Я же квест сделал. Зачем я беру контракт? Не нужен он мне. Себе в жопу запихни, бюрократ саный. Все. Сидим спокойно, открываем, закрываем порталы. Понимаешь? Понимаешь, в чем прикол? Прикол вот он в чем. Что мне некого отправлять в чистилище. Ты давай не колдуй. Когда ты один, я вас не боюсь. Там успеешь одного кастануть, одного пердануть, да и все. Это один вот максимум на всю карту один чертик останется. Смысл ты это вот этой вот хуйни? Ты приходишь сюда, колдуешь, молдуешь. Кому нет пути в рай? Сундуку нет пути в рай. Нехрен там сундукам делать. А кого отправить в чистилище? Бюрократа. Конечно. Ад. Нужны порталы. Нужны порталы. Где порталы? Где чертовы порталы? Нам осталось закончить рыцари и все. Понимаешь? Так, раз, два, три. Хороших два. Тут раз хорошее, два хорошее. Чистилище. Тоже чистилище, это ад. Так, это рай. Клоун в ад без вопросов. Где портал? Портал, хорош, портал. Тебе уже показывали мое письмо? Показывали, показывали. Уже был здесь один. Отправили его в ад, по-моему. Чистилище. Катастрофа древний уровень 6. Едет в ад. Так. Чё так? В рай. В рай. Ну, давай в ад. Чистилище. В ад. Ад. Это рай. Ад. Замечательно. Еще троих. Еще одного. Так. 15 секунд. Успеем. Чистилище. Хорошо, прекрасно. 6-й уровень выполнен. День, в принципе, тоже уже практически все. Победа! Посмотрим, хочет ли он с нами сейчас поговорить, станем ли мы его этим сопровожатым в профсоюз. Ты все еще работаешь во благо ордена. После того, что ты понял, что это работа вечна, я восхищен твоей доблестью. Я восхищен тобой, твоя доблесть сравнима с моей. Теперь ты сооснователь.
Ты знаешь, вот когда ты дело закончил, такой сразу кайф, такой камень с плеч упал, ты такой понимаешь, что ты все, ты можешь отдохнуть, ты просто красавчик, не надо больше ничего вот этой вот хуйней заниматься, работать, можешь 4 дня отдохнуть, вот это сразу спокойствие на душе, оно обливается таким внутри тебя каким-то теплым таким ликерчиком, главное не обоссаться от теплоты. И, ну, и главное понять, что ты не обоссался, а то тепло бывает в разных местах. И вот это вот кайф, мы стали сооснователем, наконец-то. Я запишу тебя в основатели задним числом, ну, для будущих поколений. Член доблестных и верных. Давайте, истинный финал. Поехали. Очередное голосование. А, нет, это не голосование. Глава профсоюза инициировал дружелюбную проверку лояльности. Имеет, между прочим, право. Эй, какой ты кайф, а? Все семеро, все семеро просто пришли к нам. Поэтому... Что там Смир хочешь сказать? Отлично, наконец-то! Больше никаких голосований! Я удаляюсь навсегда! Но мы тоже удаляемся, но не навсегда. Мы садимся на мотоцикл и едем вдаль. Едем в путешествие, вдаль в дорогу. Настоящий, ёпты, мать его, финал! Нажмите на байкер, чтобы узнать его историю. Кого мы не узнавали? Давайте рыцаря. Рыцарь! Слабых и угнетенных. Рыцарь продолжил свою неравную борьбу с нежитью и порталами, контролируя работу Ордена Доблестных и Честных и поддерживая Жнеца в его работе. Все чаще рыцарь позволял себе выходить из профсоюза и наблюдать за упокоением из-за спины Жнеца. Но на этот раз его полномочия все. Но что будет дальше? Бюрократ. Имея подработку и выход на новых клиентов благодаря работе на смерть, бюрократ открыл свою нотариальную контору и стал работать в паре со смертью. Вампиров в мире живых стало больше, а вместе с тем и вырос уровень опасности. Все было хорошо. Механик. Механик продолжил изобретать новые смертоносные байки для бойцов войны, и каждый следующий байк был мощнее предыдущего. Вместе с этим и у механика появилась цель – сделать настолько совершенный байк, чтобы сам война захотел сделать его своим. И он изобрел, но война не захотел. Кофемана мы знаем, да? Но все равно прочитаем всех. Че мы, ну зря что ли тут все делали. Так, работая в закусочной голода, кофеман научился контролировать свою зависимость и даже перестал лить кофе себе в карманы. С момента работы кофеман всегда был лучшим работником месяца, но продолжил выпивать весь растворимый кофе в профсоюзе. А в обычном финале все было по-другому. Он там что-то накосячил, и, по-моему, голод его выгнал, если я не ошибаюсь. По-моему, да. Он там спился кофем, рыба затопила вот это все. Всю кафешку затопила рыба кофе. Как она? Кофе-рыба. И ей хорошо, а всем остальным стало плохо, и его выгнали, по-моему. Ученый. После всей проделанной работы ученый решился взять небольшой отпуск. Попросив механика переделать байк-фургончик, ученый упаковал в чемодан различные свои эти склянки, реагенты и уехал в пустыню. Говорят, его несколько раз видели в одних трусах, бегающим по каньону. Вряд ли это правда. Отсылка на этот во все тяжкие. Мистер Хайзенберг, say my name, мать твою. Так, поехал. Казначей. История меняется, кстати, да. Когда Жнец своим примером показал, что всегда можно работать лучше, чем работаешь, казначей ввел систему постоянных поощрений для всех членов профсоюза. Это стоило ему разбитого стола и дважды помятого сейфа, после того, как выяснилось, что бонусы выплачивали за счет зарплаты отступника. А че? Ну он все равно не работает. Какая ему зарплата? Зачем? Все меняется, история меняется. А, вот эта вот концовка у всех членов профсоюза, она поменялась. Консьерж. С тех пор, как консьерж понял, что его интерес к растениям можно навязать и остальным членам профсоюза, ни одно собрание или обеденный перерыв не обходились без якобы случайно разбросанных листьев сакуры, папоротника и небольших скидочных флаеров зеленого цвета. Отступник. Став постоянным членом команды судьбы на корабле «Судьба», отступник, отвечая за грабежи, накопил себе на фрегат, назвал его «Отступник» и взял на абордаж корабль «Судьбы» в отместку за то самое испытание дружбы, устроенной судьбой. Никто не пострадал, все помирились.
Ладно, хоть не сжег корабль херам собачьим. Жнец! На дуде игрец. Получив максимальное доверие от членов профсоюза, жнец теперь уже глава профсоюза. Получил в свое распоряжение главное сокровище. Право на кресло. Продолжая эффективно работать, жнец вел профсоюз и всех своих друзей в безбедное и счастливое будущее, полное бесконечной работы. Спасибо тебе, жнец. Это мы, ты смотри, это мы на креслице сидим, прям вот пойдет на этот на превьюшку. Пойдет на превьюшку. А что тут новенькое-то есть? А что мы всегда в кресле не сидим? А, всегда в кресле. Да-да-да, смотри, нет, с лифтом мы слезли. Ну давайте, негоже, чтобы у члена профсоюза, у главы, у истинного финалиста вот это вот все было засрано, все было загажено. Давайте посидим на стульчике, ладно? Игрушка закончена, все, хорош играть. Прошли до конца. Да, не получили, кстати, по-моему, две ачивки. Но черт бы с ними, мы за ачивками не гоняемся. Может, получу их в Стиме самостоятельно. Ну а сейчас, как обычно, подписывайся, жми на колокольчик, обязательно ставь лайк, комментируй, если есть что сказать, что рассказать. Рассказывай обо мне своим друзьям, делай репосты. В общем, удачи и до новых встреч!